Собственно, доброе утро. Это мой крайний день в Европе, во Франкфурте и вообще здесь, на этой стороне мира. В общем, я сейчас еще приехал в Train Station, Central Station Frankfurt. Это огромнейший вокзал. Прямо тут вообще можно заблудиться. Сейчас я буду искать свой трейн до Парижа. Короче, я еще не рассказывал. Я купил билеты на экспресс с Франкфурта до Парижа. В общем, 4 часа из Франкфурта ты уже будешь в Париже. Я сегодня целый день тусю в этом замечательном городе. И обратно вечером. Завтра у меня с утра самолет в Нью-Йорк. Буду искать свой путь. Вот мой поезд красный до Парижа. И вот он сам. Огромный, точнее, не очень. Хотел сказать, что он такой, какой-то похож на червяка. В общем, я не знаю, сколько он развивает. Получается, что он очень быстро проезжает. Надо посмотреть в интернете. Сейчас буду искать свое место. Ой, простите. Ну что, мы тронулись минуты 3 назад. Это Франкфурт. Франкфурт, рассвет. Время где-то без 26 утра. Good morning, good morning. Скорость не набрал, буду ждать, пока скорость наберет, и потом еще сниму пару роликов. Вот такая вот природа за окном в Германии. Только что видел зайчиков. Красиво, конечно, и горы есть. Вот какие-то огороды. Да, чем-то вижу. Довольно-таки зелено здесь. Показываю вам туалет на поезде, который я еду в Париж. Конечно, в этой комнате просто можно спать. То есть вообще шикардос. Я в Америке такого не видел. Ну, хотя я в Америке просто на поездах еще не ездил, собственно говоря. А самое главное — это дверь. В общем, так открывается. Ну, куда-то подъехали. А куда подъехали? На какую-то станцию. Вот, собственно, мы уже заехали в пригород Парижа. Это очередная станция. Я чуть-чуть поспал, потому что я не посыпаюсь все эти дни. В общем, купил кофе, думаю, спать не буду. Все равно. Порой кажется, что мне кофе не помогает. Либо я в Париж. В общем, еще сейчас метро, чтобы добраться до Эйфелевой башни в первую очередь. Потом уже поеду по другим достопримечательностям. В первую очередь Эйфелева башня. И больше ничего.
вот Пари, Пари. Пока не как Пари, обычный город. Откровенно говоря, вот этот метро больше напоминает мне какой-то подвал. Такое ощущение, что его просто тупо черновая отделка. Ничего лишнего, чтобы все просто и функционально. Метро, собственно, едет очень часто, ездит. И стоит в одну сторону не стоило доллар 90. Вот ты. Евро 90. Будете использовать лифт, не хотят подниматься пешком. Окей, а я выхожу. Выход. Ого, выход здесь. Открывайся. Тут должна звучать музыка. С гармошкой. Слушайте, я прям вышел, прям мне, конечно, рот открылся. Прям такое. Как мне сказали, Париж — это город романтиков. Ну вот, собственно, первое впечатление пока неплохое. Пойду искать достопримечательности. Наткнулся на фонтан красивейший, называется Сент-Мишель. Тут недалеко находится Нотр-Дам-де-Пари. Сейчас пойду с кусочком. Кафешки все кушают, так, круассанчики чаем попивают. Вот так какое-то здание даже красиво. Вообще везде они красивые. Вот, Нотр-Дам де Пари. Сейчас пройдусь, поближе подойду, пофоткаю. Погода сегодня неплоха, я скажу. Не жарко, слава богу, потому что я боялся, что будет жарко или дождь. Дождя нет, солнца тоже нет, комфортно. И заметил, что здесь в Европе, вот тут в Лондоне я был, да, во Франкфурте, здесь в Париже, европейцы очень много курят и пьют. У нас такого нет, в Америке такого нет. Что прям так настолько масштабный, настолько... как сказать, глобально правильно, наверное, сделали, что у нас сигареты стоят $15 пачка и алкоголь дороже. Ладно, мы не об этом, мы идем сейчас на Нотр-Дам до Пари. Вот он, собственно, поближе Нотр-Дам. Солнышко чуть-чуть выходит. Канал здесь. Полиция куда-то поехала. Ну, такой город, конечно, бизи-бизи, людей много. Людей много. Отсюда собака большая. О май гад. Персик. Персик. О, вау. Он прям огромный. Тут еще сверху вон смотровая площадка есть. Наверное, там очередь большая, подниматься не буду. Не хочу стоять. Кстати, однако говоря, про очередь в это здание. Она вон там вот заканчивается, а начинается оно... Ну, я даже не знаю, где она начинается. Там люди прямо змейкой стоят. Нет-нет, у меня на это времени точно нет. Ну вот это метро, которое находится недалеко от Мулен Ружа. Вполне даже приличное, прям как музей.
такими надписями. Пол прям огромный. Помещается всего две линии, вообще, мне кажется, значит, можно на 10. Вышел из метро, иду к Эйфелевой башне. В общем, я специально вышел подальше, чтобы увидеть ее издалека, не рядом. Можно было выйти рядом, но смысл выходить рядом, ты должен видеть издалека, чтобы увидеть ее в полной красе. Короче, Париж, наверное, один из тех самых редких городов, которые ложатся мне на сердце и в душу. Первый город — это был Лос-Анджелес, хотя я ожидал больше от Сан-Франциско. Вот второй город — Париж. Мне здесь очень комфортно, очень нравится. Пока что все окей. Минусов меньше, чем плюсов. Точнее, я пока минусов не вижу. Сувенирчики здесь продают. Открыточки. Естественно, всю эту фигню можно заказать через Алиэкспресс. Два раза дешевле, но ничего. Чуть не сказал меня. Так, где там этот парк-то? Собственно, где она? Эйфелева башня. Я уже вижу макушку, кстати говоря. Не знаю почему, но когда мне приходит сообщение, какое-то оповещение на телефон, у меня автоматом вырубается камера. Точнее, просто стоп. Какое-то здание. Я вижу. Вот чуть-чуть видно ее. Да. Как бы... Где мое вау? Где вот это вот самое ощущение того, что ты сделал это? Я, правда, увидел чуть-чуть Эйфелеву башню, но... Что не будет ее, этого ощущения. Ну вот она, Эйфелева башня. Вижу теперь. Так, правда, здесь так не очень хорошо открывается вид. Пам-пам-пам. Ну вот он. Звонили мне. Вот такая железная конструкция. На весь мир известная Эйфелева башня. Лифт, кстати, самый интересный, поднимается вот так вот. То есть косо. Дошел я до Триумфальной арки. Тут такое движение, прям жесть. Машин очень много. Там даже красивый вид открывается с другой стороны. Надо найти. В общем, доехал до Лувра. Надеюсь, меня не заблокируют из-за этой песни на Ютубе. Людей, конечно. А? Ничего не скажешь. Париж, конечно, одна из культурных столиц мира, мне кажется. Приятно здесь ходить, приятно здесь находиться. Все очень достойно.
Что нас там показывают? Что у нас здесь? А, это один вход туда нужно. Я входить не буду, потому что мне просто времени не хватит. Не хочу даже тратить в следующий раз. А вот там мы интересные. Вход. Мира в музей. И там стеклянный вход. Вот Лувр. Признание. Огромная территория. О, как круто. Пожалуйста, кафешки. Hello. С этой стороны фонтан. Собственно говоря, сама пирамида, возле которой все фотографируются. Ну и дальше. Welcome to Lula. Эмоции, мне кажется. Смотрите, обратите внимание на эти лица. На людей я немало похож, похоже на что-то совместное с каким-то кошачьим животным. Я гуляю по набережной. Двигаюсь в сторону центра. Здесь хорошо. Вот еще какое-то красивое здание. Что это, непонятно. Ну, это что-то, видимо, связано с религией, наверное. Я не спать не буду. Здание очень классное. Везде фонтаны, везде гуляют туристы. В общем, выезжаю я из Парижа, опять на своем скоростном поезде Ace. С утра народу было не так много, как сейчас. Сейчас очень много людей.